Привет, друзья! Давайте знакомиться. Меня зовут Мила. Я начинающий модельер и фотомодель. Сейчас мы находимся в фотостудии у моей подруги. Я хочу сфоткаться и показать вам свои новые модели одежды. Давайте начнем. Вот такой теплый вязаный дымчатый свитшот получился у меня. Комплектом к нему я шила брюки, выдержанные в классическом стиле и украшенные стразиком. Не буду томить вас, я пошла переодеваться. Ну как вам мой первый комплект? Напишите в комментариях. Теперь очередь второго комплекта. Он состоит из стильной джинсовой юбочки и черной маечки. Красивая классическая черная маечка также будет отлично сочетаться с брючками. Оцените. Сейчас я вам покажу юбочку. Юбочка идет с карманами, отстрочкой посередине и с бахромой по краю. Оцените. Третьим комплектом я связала белый топик с Микки и черными шортиками. Топик отлично сочетается также с юбочкой, которая на мне.
Оцените. А теперь топик и шортики. Сегодня я показала 3 комплекта своей одежды. Напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и заходите по ссылке в описании на Инстаграм, там найдете еще больше моделей.